Всем привет. Выполняя задание «Разломное дело», здесь нам нужно выполнить миссию «Доставка бомбы «Мощь бури 28+». В общем, заходим на миссию, находим арсенал, находим пусковую остановку, находим разлом. Все, заливаем 4 синегеля, прокладываем пути, застраиваем и обороняем. И переходим к следующему заданию. Уже тут. Если мы уничтожим разлом, в этом районе перестанут возникать новые бури. Давайте отыщем разлом. Для начала нужно разместить арсенал. Теперь арсенал активен. Чтобы создать свою первую бомбу, залейте синегель. Мне повезло, я нашел мимика. Получим 30 баксов за выполнение задания уничтожения мимиков. Нет, нет, нет.
всякий раз ощущаю прилив лютой всепоглощающей ненависти. Пожалуй, мне не стоит смотреть на разлом. Думаю, вам бы этого хотелось, командир. Я снова посмотрела. Простите. Давайте уничтожим его, командир. Теперь разместите пусковую установку. Чур моё! Вы в своем уме? Я кидаю. Это вряд ли. Теперь у вас есть чертеж путей? Вы всегда сможете создать дополнительные пути. Я добавила немного рельсов в ваш инвентарь. Теперь стоит проложить путь от арсенала к пусковой установке. Постарайтесь построить самую короткую дорогу. И избегайте точек появления врагов. Пора расчистить путь.
укреплений. Ой, да бросьте. Если бомба не переживет поездку, мы можем и новую создать. В этот раз придется отстреливаться на бегу. Не упускайте бомбу из вида и защищайте ее, пока она едет. Бомба в пути! Берегите ее! Да бросьте! Путь поврежден! Меня от всех проблем? Ладно, хватит. Пора за работу. Не. Бомба загружена в пусковую установку. Пусковая установка сама наведется на разлом, пока будет заряжаться. Защищайте пусковую установку и готовьтесь принимать незваных гостей.
лжи не поверят. Спасибо за помощь. До встречи. Беру патроны. Главное начать, а там посмотрим. Yeah.
Мы справились! Кстати, он все еще на темной стороне. Так что это, наверное, добрый знак. А может и нет. Примите этот вызов. Посмотрю, может получится запереть его в тумбочке. Да, Чпок, ты все верно расслышал. Командир, спасибо, что спасли нас. Но нам нужно вернуться в Планк-Харбор. Знаю, вы хотите домой. Но в одиночку вы там и 6 минут не продержитесь. И это не преувеличение. 6 минут. Что ж, наверное, вы правы. Но я не могу бросить семью. Никто из нас не может. Минуточку, тут немного пыльно. Это все аллергия. А еще море эмоций. Такой красивый, идиотский, самоотверженный план. Командир, я знаю, что мы можем сделать. Приветствую, майор Освальд. Лучик, в чем дело? Мы планируем масштабную спасательную операцию. Но сперва надо обучить новобранцев. Нужно выяснить, есть ли связь между разломами и аномалиями. Может, они смогут их обследовать? Хорошо, Лучик. Новобранцы, становись!